Как вы помирились с Арестовичем? Я с Арестовичем не ссорился. Ну, у вас была такая полемика активная. То есть... Ну, полемика не означает ссоры. Угу. Полемика может возникать между людьми, но полемика не означает ссоры. Арестович умный человек. Мы не ссорились с ним никогда, у нас не было плохих отношений. Нет, все нормально. Знаешь, как сейчас в народе называют Арестовича? Нет. Новопассит. Это коллективный психотерапевт украинской нации, на самом деле. Ну, я хочу сказать, что я, глядя на Арестовича, вспоминаю Илана Владимировича Чумака, и Арестовичу не хватает только, чтобы люди заряжали перед экраном, когда он выступает, банки трехлитровые. Вот я думаю, следующий этап украинцы будут ставить банки к экрану трехлитровые и заряжать. Будет заряженная вода. Ну, видишь, юмористические скетчи про него уже делают и снимают, показывают, очень смешные. Даже в условиях войны это, на мой взгляд, выглядит очень такой свежей историей. Скажи, как ты, наверное, я не знаю, кто вообще больше тебя знает представителей российской элиты, причем вот именно людей, которые называют лидеры общественного мнения, там, которые сейчас находятся с обеих сторон баррикад, но ты их знаешь реально всех. Да? Как проводить национальную детоксикацию российского населения? Какую роль в этом могут сыграть деятели культуры, вообще те, с кем ты разговаривал? Когда-то Ленин в письме Горькому написал, что интеллигенция – это не мозг нации, а говно нации. Угу. Я очень не люблю Ленина, но эту фразу периодически вспоминаю, глядя на то, как такие люди, как Машков, Певцов, Расторгуев, Газманов, ими им легион, Гагарина, всякие там вот эти... Чичерина, Чичалина не сказал. Ну, это, в принципе, они очень похожи. Как эти люди участвуют в войне, в неправедной, кровавой войне России против Украины, и как они оправдывают эту войну, оправдывают Путина, как они служат фашистскому режиму. Это страшно, это не то, что расстраивает, это заставляет работать память. Я их всех запоминаю. Я помню всех, кто говорил о моей стране плохо. Кто в тяжелое время выступил против моей страны. Всех помню. Никогда никого не забуду. Но помню я и тех, кто в тяжелейшее время, когда можно срок получить за поддержку Украины, когда проще не высовываться, сидеть тихо, подымал свои голоса в защиту Украины. Маленькую Лию Ахеджакову. Она маленькая ростом, но она великан. Великан. Андрея Макаревича, Алексея Панина, актера. Ну, целый ряд людей, которые... Виктора Шендеровича, Александра Невзорова. Вот я боюсь просто всех не назвать, кого-то обидеть. Я их тоже всех помню. Я их люблю. И я понимаю, что... Вот эти люди являются элитой. Эти люди являются интеллигенцией, являются элитой. Я вижу, как трусливо прячутся в ракушку многие деятели российской культуры. Я их не осуждаю. Там сроки за поддержку Украины. Не хочу осуждать. Осуждаю я тех, кроме вышеупомянутых персонажей в начале, которые сегодня, когда кровь льется украинская реками, постят в соцсетях новые свои песенки, говнопесенки никому не нужные, новые костюмы, путешествия. Но лучше молчать. В такое время молчать уже лучше. Если боишься, молчи. Но когда... бомбят украинские города и погибают люди, концерты давать и писать об этом, и поздравлять других идиотов из шоу-бизнеса с днями рождения, ну,